Кикнет руля на тебя, лидер. Все ассист. Ну какой? Вот здесь я как это. У меня нету. А вот все, могу метки ставить. Короче, вот здесь вот танк у нас стоял. Здесь РДД были. А вот здесь стоял в танк трэш держал. Но условно говоря, если сейчас лича танчить и трэш вместе, тогда я буду тогда вот отсюда начинать просто. А вы тогда вон по той стороне идти. Ну и метку выносить под меня, под лича, диспелить. Ну и почему выносить под лича, диспелить. И просто, если она на кого-то будет перекидываться, тоже диспелить. Пока это. Пока не переведем, потом лич уйдет, трэш отведу. Но опять же, блядь, там как... Надо будет ее как-то ловить или чему. Кого ловить? А, чуму? Чему ловить как-то надо было? Потому что у меня же еще гневных надо было собирать. Если ты про что? Про одного танка говоришь? Но. У одного танка мы просто в одной точке стоим, блядь. Ну, тупо не шевелимся вообще. Это с И все кружком, вместе. это с офтанком. Ну да. Давай тогда вот отсюда начнем просто. То есть ты одним компом? То есть Да. в одного сейчас, да? Давай попробуем, а что нет. Один милик только призер у нас, да? Остальные все РДД. Что Это? нет, холи дринк еще. А, хули дринк. Наверное, хули дринка тогда купрат. А есть этот, как его? Рыба. Есть. Там еще одна, дайте. Престабафа дать. Тоже заебись. Ласка масла, ну. На рыбе не сидел, вообще было бы заебись. Ну, сейчас я встану. Ауру еще уберите. Ауру коня, она. Ну, и этот, как его называют. А есть фласка на хп? Есть. Сейчас будем больно пить. Да зачем тебе СПД, лучше тебе сопрот. Сопрот. Ну хилу лучше Можно. сопрот. СПД бессмысленная хуйня. На Точно других. так же. Ну, типа, ну вот смотри. Мы будем стоять в одной пачке, чума появляется, вы просто диспелите, вам никуда бегать не надо. То есть появилась ловушка, вы также отошли. Просто танк будет стоять у вас. И на пул в меня обязательно вначале сейчас отдать Давакин, чтобы это. Потому что агро будет у РДДшников. А, ну запасной босс. Повышенный. Ты Ну как это повышенный? Они в миризоне по стоят. кругу поведешь по краю. Да. Я просто могу ровно вести, могу по кругу. Разницы нет. Ну по кругу Стоит. будем, там все равно на краю потом оставаться надо, чтобы зима была. Ну. Да, чему диспойте, чтобы она это... Ну, как только она перескакивает на кого-нибудь из рейда, да, диспойте. Там же еще лич будет хуячить сильнее в 2 раза, блядь. Геру сразу можно его отдать. Да, Геру с пулой в конце 2 раза был. По призму истерия. Задача за 2 шаркаря перевести, не за 3. Репоты. Даю истерию. Чем грох мяч, не играет, но... Ловушку проходим. Ловушка отхода. Оп, я А понял. че это? А че это я сдох, блядь? А шо это, блядь? Кто-то не зашел? Нет, кто-то просто из нее не выбежал. Не-не, меня лич убил. Почему-то.
Что-то, может, у тебя власть не та включена была. Нет, Это вроде... все там. Вроде та. Но вот в этом есть проблема, когда РДДшники в миризоне стоят. Он Ну этот. да, там больше Там. агро. Да я Там довыкину на уже пулу там, блядь. порог срыва уже там не 130, а 110 всего. И Да, ты прям. 110 становится. Прям разворачивается, шотает сразу же. Это, ну давай тогда, блядь. Давай тогда с танком. Хули. Я что-то сомневаюсь, у одного танка слишком проблемно. Ну, типа, БР... я, короче, отдал руник. Я отдал, блядь, ну, все, чем можно было у нас скинуть, и я не смог набрать, ну, вырваться по ограбле. Ну, тупо нахуй. Либо Давакин слабо на пулю. Ну, ханта, конечно, на пулю, как уроки. Уроки посильнее. А у тебя есть это сброс, вот эта подготовка нахуй, и второй раз на пол давай. Ты так даешь или как ты даешь? А, спек залупа, да? А что, нормальный спек с подготовкой не дамажит или что? Тору закрою руки. Изи же. Ну тогда, что ты где будешь с треугольника леча вести? Мы с ромбика пойдем, да? Не, я в ромбике начинаю, буду стоять. А, ну давай. Да, нормально. Ага. РДД, короче, с треугольника за звездой двигаемся. Милики, вас там двое. Вон, призван за хулидринком, ходи. Держи леча, Это... это, лицом на треугольник, чтобы когда ловушка, если на тебе появилась, милики не бежали через эту ловушку. Потом, когда проведешь лича, когда ловушка появится на хлидринке, на призоне, повернешь обратно лича лицом на треугольник, чтобы, ну, понял, да? Ага. И это, широковато метки стоят, не знаю, ну, давай, Широко. да, давай их Ну, уберем. поставь, у тебя держи, и ставь как надо. Да, просто убрать, в принципе, не, ну, можно поставить, но нам надо поуже идти, скажем, отсюда и отсюда. Чтобы мы доставали ренжой. Вот если мы пойдем параллельно, то параллельно сюда. Через эти метки нам надо проходить. Ну, Давай ты протопал. скинем сыровиску на штору. Протопал, соответственно, линия протопала через кружок начинается. Первых вообще мобов можешь вот тут, вот если вдруг на тебе ловушка будет первая, ты уже в кружок отойдешь. А если ты Так. здесь ловушку словишь, то тебе еще дальше отходить надо будет. Через квадрат идешь, через портал. А мы вот идем по этой линии. В два че в одного танка. В два, в два. Так я спихаюсь, да? Запускаем пока. Сюда поближе даже отставайте. Ловушку. Ловушка разольется, пробегать, чтобы меньше. Призван, ты снова в ДК. Или как, или этот, тебе чуму не надо выносить, ты наоборот спиной к треугольнику, понял? Лича ставь, чтобы им было к ширкарю выносить Я вот ближе. тоже стою дома, Да, думаю, что будет. спиной. Я такой. Давайте Геру. Ловушка. 3 секунды готовимся. РДД Давай, ловушка, можешь. проходим. Сейчас она разлилась, поближе к ней встаем. Паркаря забирай, подобрай.
Только, блядь, не заденьте ее, сука, копытами своими. РДД проходим. Шалфир. Шалфир, чума. Все, вынес нормально. Кто, кстати, чуму диспелит? Геншин диспелит? Так, ближе к ружке. Стойте в сове, блядь. РДД проходим. Сейчас она разольется. Все, никто не отлетел нормально. Да так и стоит. Чума на некромантке. Дудул с чумой. Сдиспелили, блядь, почему-то, зачем? Ну куда? Чуму вынесите, хорошего диспелить. Диспель я вынес. Не спи с чумой, Дудул. И рано не диспелите чуму. Второго шаркаря забираем. Ловушка на протопале. Там это сейчас два шаркаря, они когда в берсу входят, то это стан давай вот это вот. Сори, там протопал нет, улетел, прием, падать можно. Да, но, блядь, не видно, сколько за количество мобов. Да вот. Там, ну, это, любой может стоит на нас, когда протопал ловушка появляется. Там, надо ну, внимательно за этой хуйней смотреть. Здесь две вещи надо смотреть, чума и ловушка. Ну, танку, конечно, надо еще смотреть, когда стан давать в берсу. Там даже не Геншин диспелит, там Вархель почему-то диспелит. У босса было процентов 77. Самое простое, вот пускай Геншин диспелит, у него простая задача. У него щиты навешиваются, у него еще 5 секунд есть окно. Щиты он там обновить успеет. Диспель чуму на людях. Вот, только, значит, ну, 4 секунды, когда пройдет, нужно под самый конец, чтобы им время было вынести. А с чумой не спите, когда чума на вас появляется, зеленая, блядь, вы с ней не спите, вы выносите ее к протопалу. И смотрите, чтобы ловушки там не было. Протопал сейчас ловушку не увидел, вылетел. Можешь даже параллельно с нами стоять, не обязательно треугольником этим стоять. Потому что если ловушка на тебе будет, тебе дальше придется отбегать. И мы просто по всю платформу пройдем за пару ловушек. Там надо еще смотреть, хули дрин, короче, ты когда их ведешь, шаркарей, смотри, чтобы это... тебе надо чуть-чуть впереди всего рейда находиться, смотри, потому что они когда будут чуму выносить, то есть тебе либо его надо очень ровно держать, чтобы, короче, смотри, чтобы он не повернулся на кого из людей. Если они начинают тебя обгонять, ты тоже смотри, там, чуть вперед проходи. Шаркарь дает этот удар... Ну, короче, шоквейв дает Куварена. И этот шоквейв, он там радиус имеет, блять, вообще какой-то охуеть какой здоровый, типа вот а до сюда почти. Мне держать шаркарей чуть-чуть дальше. Ну вот, смотри, например, РДД здесь, а я ставлю вот так. Да. Ну, типа того, чтобы треугольником. Просто чтобы они выбегали, грубо говоря, под спину им. Да, чтобы они подъебало. И вы тоже подъебало. Не заходите, когда вы носите. Один удар будет, и все сразу убивает людей. Там можно и на одной линии. Я вчера вот вел просто вот примерно вот, ну, вот так вот стоял, короче. Такое, что вот РДДшников они спиной всегда, потому что РДДшников больше. Ну и вот условно говоря, если там милишники начинают обгонять, я маленько там подворачивался. Ну, короче, чтобы просто не плюнул этим костом. Ну, главное, это ловушка теневая, чтобы не улететь. Сейчас было 77%, мы даже полплатформы не прошли, то есть, ну, прям. Да, нормально. Он же понерфленный. Раньше у него что, 60 что ли было лямов убили? Или 50, блядь? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Если протопала будет хватать валька, то станет холипал. И остальные вальки станет протопал. У него талант есть? Нет? В принципе, ладно, похуй. Мне придется.
Ант-ловушку разольет. Да будет так! Герои, в атаку! Ловушка 2 секунды. РДД проходим. Чума с ловушкой вместе сейчас. Прям. На нас ловушка призывает. РДД стоим. Ну, главное, вот в эту зону не наступай обратно, чтобы это, а то она тоже откинет тебя сильно. Ловушка секунда. РДД проходим. Ловушка с чумой одновременно сейчас. Смотрим чуму сами на себе. Полидринг, Давакин. Отбегай. Давакин, только в ловушку не попади. Давакин, отбеги, отбеги оттуда. Сука, ну ты смотри внимательнее, блядь. Вставай в сову. Ловушка РДД проходим. Тут стоим, бьем. Пора забирать, пора. Ловушка с чумой. Ловушка РДД, чума Варахель. А диспелить будем мы или нет? Бэри его давай. Бомжи, да какой Бэри нахуй? Они же все подохли нахуй, ложитесь. Сука, задроты, блядь. Варахель уснул с чумой. Чё, диспелить, блядь? Вы думаете, не надо? Я вам сейчас объясню раз на всю жизнь, нахуй. Запомните эту хуйню. Диспелить надо через 4 секунды. Нельзя ждать, если даже человек не выбежал. Даже если он задрочил, завис. Вас это не должно интересовать. Вы должны диспелить. Потому что чума убивает, блядь. Не вынес он, значит вынесет другой, блядь. Вархель уснул раз, не сдиспелили, убили Вархеля два, блядь. Этой залупы на первой фазе не должно быть, блядь. Еще раз повторю, блядь, если кому-то непонятно. Чуму надо на 4 секунде диспелить. Все, ничего остальное больше вас не интересует. Не, ну интересно же босс, да? На первой фазе нихуя не знаете, что делать. Интересный босс, да. Все, от ловушек отбегать легко. С чумой не спать, блядь, сука. С чумой, сука, не спать, блядь. Ее надо выносить в Рахель. Уснул с чумой, блядь. Косяк, блядь. Чуму не диспелили, убили его нахуй. То, что его убили, наказали, это заебись, охуенно, блядь. Но рейд-то вайпнулся, блядь. Некромантика тоже этот стак чумы получил. Выносил, не выносил, я уже не видел, блядь. И Давакин чуть не сдох, нахуй. Бежишь чуму выносить. Ты что, не видишь, блядь, что он от ловушки отошел? Беги сбоку, блядь, ловушку, видно же эту хуйню. Или что у тебя там, не настроены частицы? Тоже, блядь, чуть не сдох, блядь. Повезло, что я тебе кричал, блядь. Но это вообще крупно повезло. Если бы она появилась, блядь, и ты бы там еще и бланил, блядь, ты пяткой бы ее задел бы, блядь, и улетел бы нахуй. Тут нельзя, блядь, ошибок допускать. У нас 10 всего. У нас не хватит ДПСа, блядь. Мы будем... ебашить в 9. Да, один умрет и все. И все, и мы потом, мы, может, даже мы потом играть будем хорошо, бить, блядь, но просто у нас берса будет, нахуй. Потом еще кто-то сдохнет второй, и все, и будет берса, нахуй. Так что, блядь, тут нельзя и бланить, блядь. Поэтому за это надо и продавать, потому что люди, сука, думают, нахуй надо, блядь, а в Геру придете, что делать будете там, блядь. Короче, еще раз, первая фаза. Это, научитесь ее проходить. Чума, смотрим, сука, сами. Зеленая хуйня в дебафах, блядь. Второе, ловушки отбегать вроде легко, блядь. ДБМ все пишет. Этот, и... На второй фазе там хуйня, там искоренение с вальками. И третья фаза самая легкая, блядь. Будете в комнате заметкой бегать и также от духов. С одной стороны в другую, блядь. Там еще и заражений нет на третьей фазе, блядь. Хилы там вообще чили, только два танка прохиливать и все.
Как это на третьей фазе нету заражения? Нету. Тебя когда с комнаты выкидывают, то, по-моему, сразу идет осквернение. Осквернение, но не заражение. Да, 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 да. Перепутал. Давайте, Вархель, блядь, внимательно смотри. Чума на каждого может кинуться, кроме танка, блядь. Кроме МТ. 9 человек должны смотреть, сука, на дебаф чумы, на таймер, блядь. У вас глаза, блядь, где? Не говорите, когда там под протопалом ловушка. Не видно, да. Бигдэм, ты смотри, когда на нем ловушка, я хуй знает. Не знаю, успею ему сказать, нет. Блядь, перепот не выпил. Геру, давайте, вот все, баш. Ловушка 3 секунды. РДД пришли. Два кин. Написал в дискорде, что вылетел. Хорошо, ну вот, блять. Почему я дальше отбегаю нахуй? Потому что вот такая хуйня тоже бывает. Ну вылетел и вылетел, ладно, понятно. Все равно без него не убьем. А у него вылетание, кстати, каждый час. Я смотрел тогда. Вылетел, вылетел, смотрю, дис читаю. Вылетел, вылетел, Давакин пишет, блядь. Пизда, Давакин, блядь. Что у тебя за хуйня? Может спирита взять, блядь? Он не вылетает. Или топу, блядь. Стрим вообще похуй, он спирит смотрит. Спирита может спирита взять? Тогда, ему кинжал нужнее. Давай спирита. Давай спирита в пизду. Новакин опять вылетит там на победном трае, блять, и будет залупа. Топы вроде есть даггеры. Пускай Новакин почилит на стриме наоборот. У вас будет милик зато. На пул получше от спирита. Короче, Новакин зайдет, когда пускай стрим посмотрит. Спирит, ты понял, да, что? Ты смотрел же стрим, понял, что делать тут? Хуйня, изи. Да, я знаю, я и убивал еще давно его. Ну все, это... ДБМ же стоит, и все должно быть нормально. Ой, блядь, тут нехуй бить вообще. Интересный же босс, блядь. Ну это... Ладно, короче, я думаю, охоту поставить в этот... В обиход, блядь. Думаю, её будем ходить по выходным. Если вдруг второй рейд будет формироваться, если будут новые люди приходить в гильдию, то тогда уже уберем охоту. Пока пусть будет на следующем, когда поставлю. На охоту твинами, там кем хотите будете ходить, лутать. Не знаю, может Т4 по консулу оставить полностью. Уже думать, кого апать. Там же по два куска сейчас падает, я там давно не был. Я был, когда только один кусок падал. Да. Это побыстрее. 6 кусков всего. Быстрее будет фармиться Т4. Выбивать на всех. Можно тогда людей поменьше брать, наверное. Гильдию. Ну, типа 245-х. Да, да. Да, да, даже 230-х. Похуй. Главное, чтобы они хотели играть. Вот если человек хочет играть, он оденется. Посмотрим, там пообщаемся, что в DC будет пиздеть. Может, наберется второй рейд. Ну, короче, охота и десятки вот эти вот. За охоту тоже ИП будет. В принципе, оно есть, там где-то я писал правила. Короче, на следующий КД другое будет расписание. Первый рейд четверг-пятница сходим. Если, короче, быстрее проносим, допустим, четверг, допустим, за 2,5 пронесли. Ну, если вдруг такое будет, блять, то, может, десяточки ТТГ какие-то сходим. Так, а я там работаю, да? Заводите, что? Среду, четверг, да. Я работаю. Баф откидайте. Готовы были? Да. Выпустим. Сейчас баф дадут. Пока он идет. Да, сейчас пожру бафну. Призан, ты прошарился, как бегать там? Давай на тебя квадрант. Спирит, если что, с призаном двигайся. Леща, запомни, цель нажимаем. Чтобы посмотреть, на кого у нас коренение кастует.
слышать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Калеч одежд. Да будет так. 5 секунд, готовимся. 5, 4, 3, припоты. Гера КД. Сколько КД? 5 секунд. Ну как от КДшься наш. РДД прошел. Блять, вы ну что, вы чё, сука? Вы заебали, блять. Вы чё, нахуй там, блять, спите, что ли? Нахуй вы в нее заходите, блять. Ну она больше, чем нарисована, откидывает. Пиздец, блять. Это специально, ну вы типа специально это делаете? Может они, что-то может они не знали, нахуй, но близко, ну кто-то стал подбегать ближе к ловушке. Да нахуй. Все знали, блядь, все были. Дудун был вчера, нахуй, Шалфир был, блядь, Геншин был, Варахель был, блядь. Ну поебланить решили, кто-то... нахуй, не ты, подбегайте. Ты знаешь, блядь, некромантка только, но ловушка была, нахуй, на не подбегайте так вообще. Близко, стойте, блядь, в сове, нахуй. Ну если не уверены в чем-то, стойте чуть левее совы на метр. Ну кто-то там подбежал к ловушке и все. Ну да, и она активировалась. Сильно близко не подходить, там оставляйте место. Стойте, сука, в сове, блядь. Если в чем-то не уверены, стойте левее совы на один шаг. Ведь один улет, блядь, столько времени между вайпом. Да пока пиздец, блядь, нахуй. Блядь, пока забахаются. Он запустится, блядь. А еще дайте нюансов. Играть, блядь. Нюансов дохуя еще тут, нахуй. Скрыться может, нахуй. Да просто дайте поиграть, блядь, в игру, нахуй. Без вот этих. Ты кулетов, и так уже играешь, блядь. Это не игра, это называется. Две ЛПшки сдал. Две ЛПшки сдал, сдох, нахуй. Сука. Ну, блядь, не блин. Рыба стоит. Сейчас зажру и запущу сразу. Добавивайтесь. Запустил. Быстрее добавиваемся. Жрём нахуй. Сука, РДДшники повнимательнее. Сейчас запомни цель. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь, за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь... Вот если вот тут центр ловушки, где сова стоит, то мы стоим вот тут, нахуй. Подальше, нахуй. Вот тут, потому что ее граница, блять. Вот тут уже надо за 5 метров от границы стоять. А рейндж взрыва у него 8 метров, нахуй, от границы. Ну, то есть, если от границы вот здесь, то 8 метров вот здесь, кто стоит, все улетят, нахуй. Короче, рейндж взрыва как диаметр ловушки, нахуй. Диаметр 8 метров. 2 секунды. Репорт. Гера КД. Тоже подамажить хочу спокойно, блядь. Ловушка, секунда. Ловушка на милишников и пошли. Чума с ловушкой, 5 секунд. Одновременно и то, нахуй. Готовимся и выносить, и выносить. Шаркаря забирай. Ловушка на милишников, подбежим. Сейчас РДД проходим, чтобы доставать до леча. Лича, не уводи, его, видишь, через крест надо. Я сейчас, я верну, сейчас будет ловушка. Так, ловушка на вас. Всё, еще ловушка. На милишке ловушка, пойдите. Пошли, РДДшники, не достаем. Ну вот сюда хотя бы немножко. В сову перейдите. Ловушка секунда и чума секунда. РДД прошли. Геншин ловушка, маленькая. Лок чума, диспел его.
Уёбки, сука, где диспел? Ладно, ресую. Попытку даю вам. Вставай, лок, нахуй, алло. Он тут вообще нет? Я ожидал БР. Лок, сука! Протопал улетел на ловушке, падаем. Я тебе БР дал, лок, блять. Он встал и сразу на заражение. Нахуй ты встаешь, сука, на заражение. Не вставай, блять, убедись. Таймер заражения посмотри, ёбаный в рот. Я понял, нахуй. Не вставай, сначала полежи, блять. Проебал БР в тебя, сука. Протопал, улетел опять. Засмотрелся на то, что происходит, улетел, нахуй. Ой, бля, ёбаный в рот, нахуй. Охуенный, да? Интересный босс, блядь. Прекращайте ебланить, блядь. Короче, блядь, кто хочет 25 геры не долбоёбом быть, читайте тактику. Обновите, блядь. Посмотрите первое в мире убийство лича, блядь. Разок, нахуй, в своей жизни, блядь. Посмотрите, как там люди двигаются, и стремитесь так же двигаться. Все эти ловушки... Смотрел, там первый first kill, там вообще даже это, блядь, осквернение выносили, короче, даже его не разбегались, нахуй, его там... человек с осквернением за доли секунды выходил, короче, ты понимаешь, назад, а весь рейд смещался. Ты понимаешь, в чем фишка? Вот, во-первых, на Сирусе тикает быстрее секунды, эта хуйня растет. Во-вторых, на Офе они играли еще со времен БК, вот эта гильдия Парагон, они еще с БК играли, у них Мишка танк так и остался, блядь, потому что они с БК, и они сыгранный коллектив, который не то, что там 2-3, ну, 3 месяца да там поиграли. Я знаю, Парагон-то они а фишка в том, что в осквернении самое главное, вот на мне на звездочке осквернения, и мы все в квадрате с вами стоим. И вот я бегу в одну сторону, а вы в это же время бежите в другую сторону. Тут просто, ну, математика, геометрия, нахуй. То есть скорость в два раза повышается. То есть вы от меня отходите, я от вас отхожу. Смысл-то в чем? Разбежаться, сократить, точнее разорвать дистанцию. И тем самым осквернение лежит под одним человеком, все остальные уже за пределами осквернения. Оно тикнет, если один раз, они уже еще дальше отбежали в это время. Где Дуду? А вот он. Короче, ставлю рыбу. И пока вы ее жрете, блядь, лич спускается, нахуй, так что резче, блядь. Запустил лич, а жрите быстрее. Чинитесь. Резко все делаем, блядь. Лич уже идет, нахуй. Берегитесь, блядь. БРКД, блядь. Дай СС сразу на вой, да? То БР откатится в бою, блядь, пригодится, вдруг сдохну. С лока не диспелили чему? Это косяк, нахуй. Второй раз уже. Сегодня объяснял, блядь. Почему, зачем? Он выбежал, с него не диспелят, нахуй. Почему, блядь? Кто диспелит сейчас этот трай? Геншин, ты диспелил? Уснул? Я второй раз объясню. Диспелим на 4 секунде, нахуй. Не ждем, пока 5 секунда наступит. Она убивает, блядь, чума сразу. 5 секунд. Припод. Ловушка 2 секунды. На хули дринки ловушка, отойди. Вот протопал. Отойди. Смотрите, на черепке вон ловушка. Вон она появилась. Вот сейчас ловушка одновременно с чумой, когда будем выносить, давайте готовимся. Нам надо пробежать мимо этой ловушки. Смотрим, на ком будет ловушка и чума. РДД ловушка, чума на локе. Диспел его. Почему нет диспела? Ложимся, я не буду это бить. Ну проблема, блядь, в локе, нахуй, или, блядь, в людях, которые диспелят. Ну, давай просто... Просто рассеивание. Посмотрим, ноль рассеивания. Геншин, ты в DC вообще? Да, я в DC. Я хуёво диспелю. Поэтому я не хотел, чтобы меня оставили на диспел. Ай, блядь. А вот ты мне объясни. Я очень слакаю с этим. Я тебе говорю. Ну, я просто... Я понял. Я не могу диспелить. Не, я понял. Это... Какой у тебя дон стоит? Просто, может, проблема. Хиллбот. Вот... Не-не-не. Типа, я его вижу, но я, блядь, раз. У меня не показывает на какой секунде. Второе. Так поставь. Я не вижу человека.
Блять, тебе надо это все видеть. Поставь, во-первых, поставь вуду, блять. И ты начнешь видеть все идеально, блять. Шалфир, у тебя с этим проблемы есть? Ты видишь плашки? Рахель, пусть диспелит. Я играть не умею на шипы, на ЦН диспелить. Уёбки, что ли, или что, блядь? Ну исправляйте эту хуйню, ну так не должно быть, блядь. Но я, у меня на какой секунду диспелить? Ладно, короче, блядь, диспелить надо на четвертый этот. Раз вы не видите таймер, во-первых, вуду все видно. Удаляй хилбот ебаный и ставь вуду. Вуду аддон номер один в мире, блядь. Это признает, блядь, сообщество. Все, вот сколько лет Warcraft существует, вуду номер один в мире, блядь. В мире, понимаешь, блядь? Тут показывают секунды, блядь. Тут можно забить любые бафы. Ты будешь видеть. Я не знаю, ну что ты, чем еще занимаешься? Вот ты дал 10 щитов, блядь, с пула. И чем тебе еще заниматься? Мышка у тебя находится над плашками рейда. Там написаны ники, блядь. Тебе не обязательно видеть, добежал он, не добежал. Я же это объяснял, блядь. Но то, что ты таймер чему не видишь, это хуево. Я не знаю, что делать, нахуй. Кого заставлять? Варахеля? Ну, проебется при этом танк или нет, я хуй знает. Как вас там пробивают, Шаркарь или Ищ? Варахель, у тебя что, секунды видно чумы? Это надо видеть, это, блядь, обязательное условие, блядь. Если вы не понимаете и не видите нихуя, как мы будем убивать? Умен родня тут по духам играет, страдает. Нихера не слышу. Ну вот понятно, нахуй. Вот что делать, вот объясните мне, блядь. Пиздец, ебать. Наушники я тебе ему получил. Три человека, кто могут диспелить, Шалфир, Геншин и Вархель, у вас проблемы. Я попробую сейвить, помогать. Но не надо, мы надо не сейвить, а надо диспелить. Надо это сделать, блять. Надо это взять и сделать, надо взять ответственность. Фолидринг ловушки, сука, не видит. Как я его буду еще диспелить заставлять? Вот как, блядь, с вами делать? Что делать, нахуй? Как убить, блядь, босса? Вы мне объясните, блядь. Если вы нихуя не видите, блядь. Мне зайти сдиспелить? Вот, блядь, все гнилые моменты, блядь, где вскрываются, нахуй. Все, пизда, блядь, и вы, равненько все свешали, блядь, и равненько диспелит. И вы думаете, нахуй, так. Типа так всегда будет? Так 25-ки будет? Вы придете, блядь, и так, а я там не умею, нахуй. Ну а хули, ну а когда учиться будем, блядь? Давайте, блядь, ответьте мне на вопрос. Что сейчас делать мы будем, нахуй? Кто возьмет на себя ответственность? Кто фулл сдиспелит, нахуй? Чуму, блядь, нормально. Мне зайти сразу, скажите мне, я зайду, протащу вас, нахуй. Тогда ты Биг Дэм будешь релить, нахуй. Пизду, блядь. Заводите босса, да. Геншин выше. Так, на тебе РЛа. Вадикона вон бери. А он пойдет? Ну, блядь. Напиши, надо на лича. Я писал уже. Геншин, ты тут еще? Или он вышел с Диса? Не знаю. Там кто-то выходил с Диса. Ну вот понятно, нахуй. Все ясно, нахуй. Я не умею, нахуй. А кто учиться будет, нахуй? Вадикона бери, начинай релить, я в ДЦ пойду. Он на АФК сидит. Вадикон АФК. Ну, раздупляю. Варфиль пишет, он подиспелит. Только озвучьте ему голос, типа, у кого. Уже не надо, нихуя я подиспелю. Пускай хилит, свет небес кастует. Так, как оно там называется? Так, сейчас я воду немножко настрою.
Ну надо сову нахуй, надо водикона, блядь, тут без вариков. Раздупляйте, пишите в DC. Он АФК. Ну пишем DC, значит бомбим его, блядь. Где он там в DC, блядь? Я не умею, нахуй. А кто будет уметь, нахуй? Затем придет, ну, блядь, и все сделают, еще, нахуй, да? Или что, блядь? Пиздец, блядь. Учитесь, нахуй, блядь. Пока я вам объясняю, блядь, учитесь. Потому что, блядь, за вас никто нихуя делать не будет, нахуй. Нахуярил Владикону в ПМ, Ниси. Вот он, тут бери его. Чё, блядь, за маска на мне ебану? Так, ну я с оборотом буду. Не, или СПД выпью. Так, масло. Сука, масла нет. А, я же могу сделать. Диси, Вадикон. Сейчас скажи, чтобы Ди зашел. Все, это самое. Траем лича, короче. Это. Сейчас я уфну микро, блять. Начнешь бигдэм пиздеть. Сейчас, секунду, еще бафы дам. Это, Вадикон, смотри, там, короче, когда будет фаза вторая, заражение там, если что, помогай покрытельством, поподхиливай. Вот так, а давай что еще спать у нас? Он, допустим, лок сам ману резает. Вот лока с друидом поменяй местами. А, у нас шамана же нет, нахуя, не меняй тогда. Хотя, в принципе, да, поменяй. И отхил от шипешника будет идти от шелфира на него. Лок получше это, живет. Кого поменять? Лока с...